Сегодня буду жать в сотку на количество раз. Посмотрим, насколько меня хватит. Не занимался я уже почти 2 месяца. Вот решил восстановить форму. Когда-то у меня была сотка на 35 раз. Сейчас проверим. Фу, 32 раза. Дыхалки не хватило. И нет кистевых бинтов. Кистево ламывает сильно. Ну что я скажу. Результатом я в принципе доволен. Я думал, я и 25 не сделаю. Но 32 раза как бы нормально. Ожидал худшего. Но все равно грудь стала сильно болеть. Вот. И руки с непривычки. Так, и чтобы потом не было вопросов, смотрите. 10, 20, 10 и гриф 20. Итого соточка. Ну что, друзья, я решил себе поставить планку в 50 раз. Соточку на 50 раз. И планирую я это сделать до конца лета. То есть где-то у меня будет на это, вот давайте считать, апрель, май, июнь, июль, август. 5 месяцев. И вот посмотрим через 5 месяцев, какой у меня будет результат. Минимум, это 45 раз в сотку. Буду заниматься по 3 раза в неделю. Не принимаю никаких спортивных добавок. Кушаю то, что у меня лежит на столе. Там борщик, там пельмешки. Но я, правда, сам уже как пельмешка. Ну вот и посмотрим. Дойду я до этого результата. Цель 50 раз. 50 раз, пацаны. Посмотрим, что я из себя буду представлять ровно через 5 месяцев. Кстати, подписывайтесь на канал. Будет много чего интересного. Не только на спортивную тематику, на автомобильную тематику. Очень много будет. Всякие лайфхаки, там опыты, шмопыты. В общем, много чего интересного. Пальцы вверх. Подписываемся на канал.